Адразу некалькі корупційних матеріалів зараз розглядають у прокуратури Мінської області. По гучній справі було гендиректора Мінаблаутотранса. Розслідування маль завершено. Керівника обвинувачують у крадяжі майомості і зловживанні повномоцтвами. Страти, які підприємство понесло від діяння екс-керівника, оцінили у 400 мільйонів рублів. Уже у найближчий місяць матеріали передадуть у суд. Кроме того, на контроле прокуратуры справы былых наместников старшинь Воложинского и Пуховицкого райвыканкамов керовников обвинувачивают за хабар. У целом же по выниках минулого года колькость злочинствов повялічилася. Рост преступности отмечен практически в каждом районе. Исключения составляют 7 районов области, где, в общем-то, она осталась на прежнем уровне. Но я уже говорил, что основная масса преступлений – это уклонение родителей от содержания детей. То есть это те преступления, которые, ну, может быть, не влияют на преступность по линии, скажем так, уголовного розыска, убийства, грабежи, разбои. Узросла колькость криминальных справ за распаўсюджванне наркотиков, так само, как и колькость злочинствов с уделом неполнолетних. А вот забойство у тяжких телесных покалечений стало меньше.